Всем привет, мои дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Warrior Games, меня зовут Виктор, и я хочу сегодня сделать такой легенький, в принципе, обзор по поводу нового DLC Blackwood, который только вот появился сегодня в игре, уже доступен, можно его выполнять. Ну и некоторые игроки могут сомневаться о том, что стоит ли делать его предзаказ или не стоит, либо уже приобрели, как бы немножко, как говорится, замудренное, да? Я, в принципе, тоже пока с не особо разобрался, но уже начал понимать, что где к чему. Начинается это DLC с того, что вы когда начинаете заходить в него, да, и естественно вы начинаете выбирать, то ли вы будете играть за штурмовика, за медика, за инженера, за снайпера, то бишь на кого вы будете собирать вещи, амуницию, шмот, оружие, ну и все в том роде. Как говорится, предыдущий DLC у нас был Берсерк, вот что-то типичное ему сделали, то бишь крафтить на всех подряд оружие вы не сможете. Выбрали снайпера, значит будете крафтить только на снайпера. Нет, точнее, крафтить вру, будете на кого угодно. Но основная масса выпадать с кейсов будет только на снайпера. В общем, на чего начнем? В принципе, сделали достаточно замудренную систему, которая мне не особо как бы еще до конца понятна, но интересно очень. Что могу сказать? Давайте так, начнем с того, что смотрите. Награды. Начнем с наград. За каждое выполнение там недельных заданий вы получаете чисто только черепки и амуницию навсегда, которая предназначена лично для того персонажа, которого вы выбрали. Я, например, выбрал снайпера, потому что мне в последнее время за него начало как бы интересно играть и заходить. Я выбрал его. Амуниция достаточно неплохая в полном сетапе. Я думаю, стоит все-таки ее собрать и с ней поиграть. То бишь, достаточно все просто. Выполняете ежедневные задания, не только ежедневные задания, как говорится, миссии, которые даются в недельные, и все. То бишь максимально на 9 уровне, который идет, да, надо выполнить 100 недельных заданий. Все. Амуницию собрать будет быстрее, потому что надо выполнить там 85 недельных заданий, и вы заберете ее навсегда. То бишь уже намного проще, чем в том же Берсерке, я думаю, или что там еще. Как бы вы ее легко можете собрать. Дальше. Достижения. Достижения, я вам скажу так, не особо красочные, не айс, не знаю, кому-то можно будет сказать, что вау, кайф. Не, честно, ребят, не особо меня вдохновило, как бы такой фуфло. Единственное, пожалуйста, это нашивочка, которая за 50 уровень событий, то бишь получаешь 50 уровней событий, Blackwood, и вот там шикарная нашивочка типа коня, там бегущего в пламени, изи. Ну и все, так, такая нашивочка, это получить расширенный доступ к событию, но это... Извините, стоит, потому что косарь рублей, я думаю, не каждый может на это раскошелиться и получить такую нашивочку. Ну, а это завершится ежедневное задание в событии Blackwood. Ну, еженедельное, точнее, извиняюсь. Ну, думаю, некоторые подзаморочатся и получат. В общем, достяжки себе так. Дальше, приступим к чему. Это были у нас награды. Дальше, идем, смотрим, что у нас дается за уровни. Естественно, за каждый уровень, который вы повышаете у себя в... DLC, правильно? То бишь, вот даются плюшки, там, дым, потом за второй уровень пистолет, за третий, там, эти раскрышалки, мины, випка, и, короче, просмотрим каждого, смотрите. Восьмой, девятый, десятый, и, короче, я так понял, вот, за десятый дается навсегда камуфляж, обсидиан, на Джаконда нож, достаточно неплохой камуфляж, мне нравится, красиво так смотрится. Дальше, акальфа дается на 10 дней. Ну и вот, смотрим, тайфу на 10 дней, на за 13 уровень. Ну и вот так вот, Крис. И все так далее. Далее, Кракен дается тоже на 10 дней на 17 уровне. Я думаю, в принципе, это будет легко выполнить, если выполнять миссии. Должно достаточно... выпадать. Так же самое выпадает хороший, неплохой камуфляж Оникс на нож Бови. Достаточно неплохой, тоже красивый скинчик, такой симпотный. Я думаю, ну, стоит такой забрать себе. Дальше потом 20 плюс уровень идет, естественно, кейсы дают персональные. Ну а за сотый уровень дают вам самую классную тему, которую комплект внешности Blackwood дают навсегда. Это за сотый уровень DLC. То бишь, на постараться и получить. Ну и также самое 150 уровень, это дается Кракен навсегда мне лично в скине Оникс. Те, кто выберут там инженера, у него, по-моему, Крис кастом. У медика Тайфун, а у штурмовика Ак-Альфа. Так что, в принципе, в этот раз призовые пушки достаточно неплохие. Стоит, я думаю, взять и побороться за них. Достаточно неплохо. Дальше, что мы смотрим? Недельные задания смотрим. Смотрите,
Недельные задания, в принципе, те же самые, как и были до этого в других предыдущих там DLC-шках, Берсерк и все остальное. Выполнить можно так же самое, как и за черепки, можно выполнить самостоятельно. Миссии достаточно простые, легкие, выполняются, я думаю, в принципе, просто. Вырубить матчи в тактических режимах PvP, подрыв близ захвата. Ну, я думаю, в принципе, много кто играет в РМ, рейтинговые матчи, и их выполнить будет им несложно. Ну и все остальное, которое происходит здесь. Получить 80 минут достижения прыжка, играя в режиме PvP, да, там, в прыжке убить, там, уничтожить 10 противников за бой, за оружие, с глушителем, это спецуха. Ну, в общем, так, как говорится, самые обычные задания. Награду вы получаете, естественно, за каждую миссию, так понял, кейс и 50 опыта. То бишь, выполняете миссию, получаете 50 опыта, уровень апается очень легко, да, я так думаю. Но это чисто моя точка мнения. Может быть, дается за 10 заданий только 50 опыта. Хрен его знает, точно не в курсах. Дальше. Есть такая вещь, как... Смотрим. Специализации, да? Смотрите. Начинает специализация агент, специализация техники, специализация мародер. Для чего это нужно? Их открываешь ты за очки. Как получить очки? Написано. На уровне личного прогресса, то бишь... Одно очко дается за каждые 10 уровней личного прогресса, то бишь до 100 уровня. Либо за миссию дня, когда вы выполняете. Получается, одно очко навыка дается на каждые 5 выполненных миссий дня. Выполнение недельных миссий. Одно очко навыков выдается на каждые 7 выполненных недельных заданий. Как бы хреновастенько, когда вот так вот, да, там по одному очку дают. Дальше. Выполнение операции. Одно очко навыков выдается на каждые 5 успешно выполненных операций любых. Операции, я так и понимаю, спецоперацию проходить когда. Вот. Если вы проходите спецуху, то дается очко. Так это или не так? Может быть, я что-то неправильно понял, но это именно так. А, нет, вот операции, когда выполняете. Операции, вот оно. Вот они, навыки идут. Видите, там я навыки показывал. Их надо открывать. И, то бишь, операция «Охота на быка простая». Что это, как это, я не знаю. Я знаю, что тоже даются награды, открываются материалы, опыт личного прогресса, ключи от кейса и холодное оружие. Типа сериала «Морион» и «Оникс». То бишь, это своеродное было в Берсерке, собственно, ты ходишь, исследуешь и что-то за это получаешь. Вот, это, в принципе, то же самое. Как бы, я думаю, то же самое простое. Обычные очки, там получаешь очки, туда кидаешь, собственно. Вот они есть миссии дня, ребят. Заходите. Эта миссия дня, естественно, обновляется каждый день. То бишь, тут все просто. Уничтожить твистерами голову, 20 противников, играем в любом режиме PvP. То бишь, пошел на мясорубку, 20 хедов нахренячил. Все, выполнено прогресс, да, и забрали. Естественно, тут тоже дается опыт. Открывается по первой, потом идет персональный контейнер, энергия для операции, ключ от кейса, персональный контейнер, опять же. И это как бы... Открывается так же самое и выполняется. То же самое, вот они навыки. Навык агент, например, да, вот нужно навыки агента открывать здесь в основном, чтобы было намного проще, да и так понимаю, выполнять или что-то в том роде. Поэтому я же говорю, ребяточки, все, кто сомневается в DLC, потому что все были не особо рады DLC Berserk, который был, потому что там действительно не все так хорошо с пушками было, как бы навсегда, которые давали. Единственная топовая пушка, которая была, это, скорее всего, все рвались на штурмовика, потому что там был АК-Альфа. Ой, АК-Альфа, АК-12, во. За АК-12 многих кто гнался, и это единственная пушка, которая была из Берсерка самая адекватная. А на снайпера там Трувейла была навсегда самая такая оптимальная, что можно было. На инженера Томпсон, на медика Тавр, по-моему. То бишь, не особые пушки были. В этот раз эти пушки достаточно неплохие, но только они их можно получить навсегда, если вы реально набьете 150 уровень. Ну и как бы здесь уровень, я думаю, достаточно будет просто. Только надо раз сыграть и посмотреть, что оно будет. Мне кажется, здесь уровни будут лететь быстро. Главное, выполнять, естественно, недельные задания, ежедневные задания. И все будет тип-топ, и делать исследования. Чем быстрее это сделается, тем будет круче. Так что, ребячки... В принципе, легкий обзор сделали, поэтому все, кто сомневается приобрести DLC, думают, стоит или нет, с моей точки зрения, я думаю, стоит. Потому что в этот раз его сделали более умным, более интересным, и хорошие как бы плюшечки дают за него. Дальше. Те, кто еще приобрел его, я думаю, подумайте хорошенько, за какой из видов персонажа вы будете играть.
и начинаете, как говорится, продвигаться и получать халяву. Дальше, единственное, что я не знаю за кейсы, которые дал, это не вот персональный контейнер. Давайте смотрим, я вот его еще не смотрел, этот раздел. А, персональный контейнер, вот они, открываете, как там было написано, вот они. Как вам сказать, качек 50 кейсов, да? Вот, доступно контейнер. Открыть опять же самое, 1 или 5. Что можно быть выпасть с гарантированных наград? Ребят, смотрим, Stay Scout, навсегда. Макмиллан, навсегда. Камуфляж Мориор для Трувейла. Камуфляж Мориор для СВ. Камуфляж Оникс для Кракена. Камуфляж Оникс для СВ-98. Бушмастер Обсидиан навсегда. Блин, ребят, ну это именно для снайпера. Достаточно неплохие плюшки, я вам хочу сказать. Мне нравится. Что может выпасть из прочих, это Максим, ЦЗ, противовыходная мина, снапа Хейка G28, Бушек, Ремингтон, Труэлла, пистолет как бы R8. Что у нас еще есть? VIP-ускоритель, Кракен наш любимый на 3 часа обычно, SV-98 на 3 часа, дымовая граната Морион. Как бы в принципе, для снайпера я хочу сказать, ну неплохо. Пушки есть, которые хорошие снайперки, с которых можно поставить, по крайней мере, уже что-то путевое, можно подать даже на то же время. Там Кракен, SV-98, Трувелка, ну снайпки хорошие, не то что были в Берсерке. То бишь, что будет для инженера, для медика и штурмовика, я не знаю, какие пушки у них лично там будут выпадать. Но я думаю, тоже не говно. Будут те же АК-12, F-90, АК-Альфа, ну и всего тому подобное, как бы топовые пушечки, которые вообще имеются в Warface. Даже та же Беретта может выпадать, и пистолеты те же там топовые. Я думаю, нормальный DLC, и поэтому, кто сомневается, ребят, приобретайте. Но максимальный пакет, я думаю, не стоит брать, потому что, чтобы получить эту гребаную нашивку и рваться за ней, ну, это, конечно, дело лично каждого. Поэтому, ребячки, всем, кому было интересно это видео, кому было полезно это видео, прожимайте лайкосик под видосик данный. Обязательно подписывайтесь на канал, потому что здесь будет еще подобных видосиков выпускаться не один, а много. Также самое на этом канале проходят ежедневные стримы. В 20:00 по Москве, играю на сервере Альфа Чарли, буду рад всех приветствовать, приходите, пообщаемся. Ну и, как говорится, все еще, вот что я забыл, вот, ребячки, вот, напоминаю, все, кто еще не начал играть в Warface, или, например, хочет создать все-таки себе новый аккаунт, там, да, специально под DLC, после укажу свои заморочки, под видосиком будут указаны ссылочки, проходите по этим ссылочкам, регистрируйтесь в Warface, и играйте с топовым донатом, и, как говорится, нагибайте всех и будьте лучшими. Так что всем еще раз спасибо огромное, как говорится, за просмотры и удачи вам всем. До новых встреч в видосах и на стримах. Адьос, пока, ребятки.